Здравствуйте! Вы смотрите канал «Сад для души». 10 июля сегодня на календаре, и пришло в моем северном Подмосковье, за 120 километров от Москвы, пришло время сбора первого урожая. Первый урожай огурчиков сегодня у меня в руках. Вот такое ведерочко, примерно на 3 килограмма, я набрала с одного сорта, вернее гибрида огурцов «Мечта дачника». Вот так вот выглядит пакетик с семенами. Это фирма «Айлита». Об этих огурчиках я много читала, была наслышана и решила их попробовать. Вы знаете, действительно, вот полностью оправдывать свое название, хотя и сомневалась я, были некоторые сомнения в том, что они действительно смогут переплюнуть те сорта, которые я сею из года в год, смогли. Созрели даже раньше «Адама», сорт, который, в общем-то, я тоже люблю. Он пока еще молчит. Но вот «Мечта дачника» один из первых. Вот смотрите, какие здесь. Сейчас я поближе подойду, покажу, какие совершенно замечательные, удивительные. Вот здесь огурчики разного размера. Сейчас часть сделаю малосольными, а часть пойдут в свежем виде. Но вот такой вот уже первый урожай у меня собран. Для моих условий это отличный итог, потому что, вот, знаете, первый урожай – это то... Вот тот момент, когда мы определяем, какие сорта, какие гибриды останутся с нами на долгие годы, от которых нужно избавиться. Поэтому очень важен вот этот момент. И вот огурец «Мечта дачника» показал себя здесь с лучшей стороны. Вот посмотрите, еще раз напомню, у меня в открытом грунте, на теплой грядке, правда, без этого никак. Открыла я уже их примерно месяц назад. Был сначала лето отметилось жарой, но потом наступили холода, похолодание, дожди. Но, тем не менее, вот он урожай, и, как говорится, результат налицо. Поэтому вот «Мечта дачника» меня приятно удивил в этом году. И, конечно, я его буду сеять. Очень советую вам этот сорт. Все, что о нем пишут, это правда. Сорт достойный, особенно для, я считаю, у меня район все-таки рискованного земледелия. Вот для таких непростых климатических условий. Но для справки, вот июль месяц, июнь, ночью 10-12 градусов – это хорошо. Так ночи были и холоднее. То есть никакие там 16-18 нам пока и не снились. Но тем не менее, вот даже в таких условиях, вот правда, спасибо, что вывели этот гибрид. И правда, очень-очень классный. А буду с вами и в дальнейшем делиться наблюдением о сортах и гибридах, и рассказывать, как они ведут себя в условиях моего сада, моего огорода. С вами был канал «Сад для души». Нескромных вам урожаев и Светлана Самойлова. Пока!